В солнечный и по-летнему теплый день 15 сентября состоялся традиционный, третий по счету, праздник микрорайона Эликонт. Его инициаторы – одно из градообразующих предприятий Сарапула, завод Эликонт и дворец культуры «Электрон». Родной Эликонт – это самое главное для нас место, где мы живем, где рождаются и делают первые шаги наши дети. Эликонту всегда было и есть чем гордиться. Район люблю я свой, потому что он родной. Где живет моя родня, значит, родина моя. Эликонт, как структурное подразделение, как производственная площадка, не только успешно работает, но и уделяет очень большое внимание социальному развитию коллектива и микрорайона. Насыщенную программу праздника открыл клуб мотоциклистов Сарапула. После стартовал заводской конкурс «Автодрайв». 10 команд соревновались в различных видах автомобильного мастерства. Неиссякаемая фантазия участников каждый год не перестает удивлять. В этом году среди них были 3 танкиста, люди в черном, мимишки, команда «Цвет настроения синий». С отличным настроением. Вот летом синим. Это здорово, это драйв, это позитив. Все с одного завода, мы должны участвовать. А победа – это тоже дружба. У нас очень хорошее настроение, один позитив. Мы решили победить. Идем к победе. Идем только победы. Да. Мероприятие получается очень масштабное. Люди все задорные, ждут, мне кажется. Что стар, что млад – это очень здорово. Побольше бы таких мероприятий. На второй площадке праздника разместилась выставка «Урожай-2018». Здесь жители микрорайона представили свои садово-огородные достижения, а также изделия декоративно-прикладного искусства. Работала выставка-продажа цветов, меда, саженцев. Каждый желающий смог принять участие в творческих мастер-классах отдела декоративно-прикладного искусства Дворца культуры и приобрести памятные сувениры от сарапульских мастеров. На территории автостоянки расположилась игровая зона для детей. Специалисты Дворца культуры «Электрон» и активисты Совета молодежи завода проводили интересные и увлекательные игры как для детей, так и для их родителей. Старинные русские забавы и многими забытые дворовые игры. Дети зарабатывали жетоны, которые могли обменять на товары из детского магазина. Очень интересно, все очень красиво. Спасибо организаторам. Нам очень понравилось. Тут великие труженики, да? Надо им сказать большое спасибо. Россия, чемпион! Спасибо вам большое. Персиковые белые у меня. Очень интересный праздник. Столько всего мероприятий, не знаешь, куда бежать, с чего начинать. Очень нужны и важны, очень интересно. Люди ведь пришли, значит, все заинтересовались. Молодцы, что организовали. Спасибо организаторам. Чем чаще, тем лучше запоминается. И ждут дети, ждут. Мне нравится батут, самокат, рисовать хочу сильно. Очень хорошо, очень понравилось. Побольше бы таких праздников. Все здорово, интересно, молодцы организаторы. Мы с веселым, с осенним, радостным, счастливее. Да. Потому что поднимают настроение, радость создают. И счастье. И вдохновляют на следующие дела. Хочется поблагодарить работников Дворца культуры «Электрон» и наших заводчан, которые отозвались в помощи в организации и подготовке сегодняшнего праздника. Всем большое спасибо. На церемонии награждения были отмечены победители конкурса фоторабот, посвященных микрорайону и заводу, а также вручены заслуженные награды победителям автомобильных соревнований. В этом году лидером автодрайва стала команда «Лада» капитана Гранта. Замечательный праздник. Участвую второй год. Первый раз у нас немного не сложилась команда. А вот сейчас выбрали правильного водителя, правильного штурмана. Все у нас получилось. Не верили, но получилось. Да. Все классно. Вообще не ожидали. Завершился праздник творческой программой вокально-инструментального ансамбля «Джем». Чужеземные города завлекали меня всегда. Только лучше.
лучше тебя в мире нет, дорогой, забудь. Благодаря огромной работе профсоюзного комитета «Эликонда», при поддержке руководства предприятия и большой помощи специалистов ДК «Электрон», праздник получился интересным и увлекательным для гостей и участников самого разного возраста. На заводе «Эликонд» активный, сплоченный и творческий коллектив, который никогда не останавливается на достигнутом и движется только вперед. Организаторы уверены, что следующий праздник микрорайона получится еще более интересным и запоминающимся.